Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. От 1 до 2 миллионов тенге за младенца. В Алматы продавали новорожденных. С высоты птичьего полета полицейские застукали браконьера за ловлей рыбы в Карагандинской области. Пьяный лихач лишился водительских прав в Жамбылской области. В области Абай за порядком на трассах теперь следят дроны. Шокирующая новость. В Алматы продавали новорожденных. Факты торговли младенцами с целью незаконного усыновления выявили местные полицейские. Ценник за одного малыша варьировался от 1 до 2 миллионов тенге. Выяснилось, что в преступную группу входила и сотрудница районного ЗАГСа. Она помогала с изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. Бизнес-схема была устроена просто. Преступники выступали посредниками в торговле малышами. В их функции входил поиск беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных младенцев, и их потенциальных клиентов – семейных бездетных пар. Как правило, так называемые продавцы и покупатели проживали в разных городах Казахстана. После устной договоренности дело оставалось за малым – подделкой документов. К слову, эта услуга стоила в районе 700 тысяч тенге. Выяснилось, что группа причастна как минимум к 6 таким сделкам. В Карагандинской области браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете. Правда, далеко уплыть ему не удалось. Мужчину задержали. Нарушителем оказался 39-летний житель региона. Вот уже третью неделю на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», в рамках которого сотрудники природоохранной полиции совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции совершают облет промысловых участков озера. Во время очередного такого рейда в районе поселка Чубар-Тюбек они заметили моторную лодку, которая пыталась скрыться. Полицейские проследили за ней и уже на берегу задержали браконьера. К этому моменту он успел наловить 84 килограмма рыбы. Сумма нанесенного ущерба составила 417 тысяч тенге. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений. Пьяный лихач из Жамбылской области в ближайшие 7 лет не сможет сесть за руль. Его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения. 46-летний водитель, управлявший минивеном, нарушил ПДД, проезжая по одной из улиц города Каратау. Полицейские не смогли оставить это без внимания. Правда, чтобы поймать его, им пришлось устроить за лихачом настоящую погоню. При разговоре с мужчиной выяснилось, что он пьян. Это позже подтвердило и медицинское освидетельствование. Не спрятаться, не скрыться. В области Абай для выявления недобросовестных водителей на загородных трассах подключили дроны. Беспилотники помогают следить за порядком на дорогах и предотвращать автомобильные аварии. С помощью дрона, к примеру, грубые нарушения правил дорожного движения удалось зафиксировать на трассе республиканского значения Омск-Майкопчагай. По информации стражи порядка, самым частым нарушением является выезд водителями на полосу встречного движения. Отметим, что за это полагается штраф в размере около 46 тысяч тенге. К тому же нередко на загородных магистралях автомобилисты превышают допустимую скорость. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 596 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. За нарушением правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречном разъезде или обгона. Разрешенная скорость на трассе в Казахстане в 2022 году. Легковые автомобили и мотоциклы могут передвигаться на автомагистралях со скоростью, которая указана знаком ограничения максимальной скорости, но не более 140 км в час. На трассах с разделительной полосой максимальная скорость 110 км в час. Для грузовиков весом не более 3,5 тонн, междугородних автобусов и микроавтобусов на автомагистралях допустима скорость до 110 км в час. На трассах с разделительной полосой до 100 км в час. Для автобусов, которые перевозят группы детей, для легковых автомобилей с прицепом, для грузовиков весом более 3,5 тонн на автомагистралях установлена скорость не более 90 км в час. На трассах с разделительной полосой не более 80 км в час. Время такое, все куда-то торопятся и боятся опоздать. Вот только на дорогах скорость не самый лучший спутник. Причем как для водителей, так и для пешеходов. Будьте бдительны и соблюдайте правила. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.